Да. Передвижной медпункт. Надо забраться внутрь. Может, найду еще один инъектор. Зараза, предохранитель сгорел. Где мне теперь взять предохранитель? Вот и генератор. Нет тока, ну конечно.
Еще один микрорегистратор. Да. А что здесь случилось? Ладно, где? Я на верном пути. То, что надо. Порядок. Другое дело. Заперто. Предохранитель. Да. Теперь дело пойдет. Ну, вот так. Черт. Сейчас они все сюда сбегутся. Ну ладно. Что у нас здесь? Отпустите меня, гады! Отпустите! Мэм, вернитесь в машину. Нужно подождать. Мы тут ждем уже 12 часов. У меня в машине два больных ребенка. Мы... Нам нужно... Нет воды. Просто дайте нам воды. Мэм, вернитесь сейчас же в машину, ясно? Ah!
мне нужно. Еще одно гнездовье. Нужно сжечь всю эту хрень. Где оно? Мать, рядом где-то.
попали! Ну, я готов. Теперь мое. Снайпер на дороге, твою мать! Я ранен, я... У нас потери! Всего святого. Надо перезарядить. Не меньше, да? Это поправимо. Продержится. Отлично. Сволочи нападают на всех, кто рискует выбраться за припасами. Дороги!
еще одна зона заражения. Где-то рядом. Ладно, остальные сожгу потом, когда вернусь. Это тот намат. Так, где Такер и Элкай? На раскопках они. На каких, твою мать? На севере. Вон там. Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. В общих. Да. Так что, Такер, мне-то можно доверять? Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы, на 25 футов вглубь. Нужны молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать, я в курсе. Чёрта с два. Наши люди голодают, а даже были бы и сыты. С лопатами на это все равно ушли бы месяцы. Да мне наплевать! Да, мы голодаем, Эл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой. Это не все. Ну так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоители. Сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы... Сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл! Упокоители идут к нам, да или нет? Я не знаю. А этот может. Ну и что ты от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача, это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище. И встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уэйлер. На что уставился? Да так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! Ты Леона нашел? Ну, хоть кто-то здесь умеет делать свое дело. Поехали. Когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в водище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Это меня не волнует. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та. Почему? Потому что в этом нет смысла.
Ну, надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, поедет в лагерь Копленда. Хочет там купить рыбы. Вы что, с Копландом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька. Он ездит куда хочет. Господи, у вас что, днем и ночью горит? Дохлых фриков прибавляется с каждым днем, в том числе и твоими стараниями. Жжем днем и ночью, а что делать? Лейте больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? На слюнях и пути? Я не поняла, что тут происходит? Недостача. Со склада пропал провиант и патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в районе все спокойно. Я же говорю, тут как в тюрьме. Сборище ленивых лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзавцы, те, кто похлеще всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними, пока они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты, ну-ка живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки. Хотят валять дурака, пусть делают это ночью. День — мое время. Управлять лагерем — то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Мэрион Форкс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. Эй, нет, не надо. Это точно? Я приступаю. Ларсон этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты за Леона. Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Пойду найду Уиллера. Кому-то светит ночь в карцере. Эй, как жизнь? Привет, хочу посмотреть. Ну, ладно. Ладно, пока. Что тебе надо? Здорово. Ладно. А ну, иди работать. Живо. А ну, за работу. Ну, я не виноват. А, черт! Надо чего-то? Привет. Алкай, что надо, Намат? Это что там было? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут в Iron Butte. Человек от упокоителей сбежал. Его пытали, ну это понятно. Но не просто так, а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту.
Как скажешь, Дик. Тебе еще что-нибудь нужно? Еще что-нибудь? Будет еще что-то нужно, заходи. Что? Ну-ка. Я могу помочь? Осталось определиться, кому это отдать. Чтобы ехать на север, надо доделать байк. Другие значит, давай. Коупленду. Есть, хочешь? Посмотрим. Могу помочь?
Эй, я это, что-то давненько Бухаря не видал тут. Да здесь он, наверное, больше помогает Копленду в последнее время. Скажи ему, пусть тащит свою задницу сюда. К нему дело есть. Да, передам. Принес трофеи? Хорошо, даже очень. На сегодня это все. Да. Да, до скорого. Ага. Сейчас я тебя вытащу. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Да, лагерь. Какой лагерь? Покажи. Где? Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Я думал, у меня крышка. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, это конец. Спасибо. 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 Скажи, это был Дикон, они поймут. Ладно, беги, только аккуратно. Сен-Джон, слышишь? У нас есть для тебя работа в Hot Springs. Такер, ладно, подъеду к вам, отбой.
Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Земля в наших руках. Ну уж нет, Коуп, не сегодня! Открывайте. А. Сколько мне тут ждать? Это намат. Ну, много простите. Привет. Ну, как там жизнь? Что нового? Да, до скорого. Ага. За байком пришел? Привет, как дела? Топливо есть. Нужно? Байк жрет нехило. Лады? Увидимся. Да? Дик, ты знаешь Намада с монтировкой и шрамами на лице? Его все зовут Лимбо. Не знаю. Он вчера пришел в лагерь, принес кое-какую добычу, выпил немного. Ушел, похоже, только сегодня утром. А, Такер, я за охрану не отвечаю. Скажи Алкаю. Он насмерть забил двоих, Дик, в том числе женщину, Боумана и Хьюит. У нее лицо было разбито до неузнаваемости. Хьюит? Это... Мария, что ли? Господи.
Он местный, этот ублюдок, Лимбо? Элкай говорит, они обосновались в старой егерской сторожевой вышке на восточном склоне трехпалого Джека. Ага, знаю, где это. Я разберусь. Я так и думала.